просто хотят в школы и на свежем воздухе. В этом году 1 сентября все еще проходит в режиме пандемии. Сегодня на торжественных линейках присутствуют родители учеников младших классов. Им разрешили разделить праздник вместе с детьми и даже сделали выходной. Так, первая гимназия в Ульяновске сегодня принимает 186 первоклассников. Первые классы в гимназии сформированы от А до Е. Уже завтра мальчишки и девчонки начнут грызть гранит науки. А пока торжественное построение и первый выход на линейку. Мне сестра про школу рассказывала, что там у них большая школа и... На переменах там можно гулять по всей школе и можно к ней заходить. Я думаю, я там буду учиться, познавать разные там всякие примеры там. Родители волнуются не меньше детей, если не больше. Как правило, к 1 сентября мама и папа начали готовиться заранее. Покупка канцтоваров, школьной формы, ко всему нужно подойти ответственно. Особенно в первый раз. А то, что День знаний в этом году для многих родителей объявили выходным, стало дополнительным приятным бонусом к праздничному настроению. Ну, это очень важно, конечно, потому что такое событие, оно происходит раз в жизни. И мы действительно очень готовились к этому событию, переживали и радуемся сегодня. У нас единственный ребенок, и поэтому, конечно, мы очень переживаем, гордимся им. Во дворе гимназии под гимн Российской Федерации подняли флаг страны Ульяновского края, а после вынесли знамя гимназии – гордость старейшего учебного заведения города. Сегодня на линейке будут не все. На линейке сегодня будут присутствовать, естественно, первоклашки. Это их праздник. А в этом году у нас 6 первых классов. Также на линейке будут присутствовать 9 классы и 11 классы. А всего в первой гимназии завтра сядут за парты 55 классов. 1677 учеников. На торжественной линейке присутствовали почетные гости. Среди них Алексей Русских. Именно в первой гимназии свое обучение продолжит сын главы региона, уже семиклассник Артем. Нашей съемочной группе удалось узнать, что новый ученик проявляет интерес к математике. А все любители точной науки в гимназии обучаются под патронажем доктора математических наук Леонида Михайловича Самойлова. Хочу обратиться к педагогам. Каждый день вы совершаете настоящий подвиг. По сути дела, 24/7 отдаете все свои знания и опыт вот этим вот ребятам. Воспитываете в них настоящих граждан нашей страны. Закончилась торжественная линейка по традиции первым звонком. Рената Люлова, Герман Баранов, Улправда ТВ.